Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 29 ноября 2018 года. И что у нас в Анапе? А в Анапе у нас сегодня, не поверите, пришла зима. И вот она, смотрите, вот таким вот снежком на нашем пожарном выходе. А вот так выглядит у нас Анапа. Седьмого этажа. Сейчас мы немножечко пройдемся. Ветер сильный. Любовался мостом, и надеюсь, что 1 декабря уже будет теплее. Она по теме хороша, что здесь каждый день ждешь тепла, не холода, как вот в Сибири. В Сибири, если наступил мороз, все, это уже до самой-самой весны. В Анапе не так. В Анапе питались надежды, что завтра потеплеет и можно переходить. Минус 3 сегодня показывал интернет. Ну, я вот сейчас смотрю, лужа не замерзшая.
Ну, на небе-то голубые краски видны, поэтому и солнышко уже выглядывало. Вот, я просто не успел его захватить. Ну вот я сейчас иду по улице Крестьянской, подхожу мимо нашего дома, где у нас старая квартира, 26-й дом. И вот этот вот дом, номер его 24, это уже улица Терская, вот она, Терская туда пошла, участок такой Терской. Так, Крестьянская пошла туда, а я поворачиваю на Горького, возле магазина Аннушка. Тогда как Аннушка читаю, значит, всегда думаю, что здесь продается подсолнечное масло. Так, рука у меня замерзла без перчатки. Вот и все. Вот и банк, куда я и шел. Ну, вот такой получился маленький репортаж по сегодняшнему дню.